дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. С песни начинается служба Отечеству. Нынешние старшеклассники не пытаются закосить. Наоборот, перед службой тренируются, чтобы не быть в отстающих по спортивной подготовке. Я думаю, в армии служить нужно. Все-таки в армии учат мужество, учат обращаться с оружием, разные боевые навыки. То есть это очень полезный опыт для мужчины. День призывника, который проходит дважды в год в каждом районе Самары, инструктаж о том, как будет проходить служба. Во время весеннего призыва из Советского и Железнодорожного районов Самары в ряды вооруженных сил отправится 174 призывника. Со всей Самарской области более 3000. Основная масса ребят, она сознательно идет в армию, потому что на сегодняшний день понимает, что без армии никуда. Никуда, поэтому проблем с призывом, будем так говорить, на сегодняшний день нет. А в год 70-летия победы в Великой Отечественной у старшеклассников настрой особый. Почти у каждого в семье свой герой, совершивший подвиг. Мой дедушка воевал на фронтах во время Великой Отечественной войны. Его мужество, его отвага – это пример для нашего нового поколения. Служить в армии мы должны с гордостью и не должны бояться этого. У этих ребят служба еще впереди. А пока они смогли только посмотреть на настоящее оружие, с которым их научат обращаться, и попробовать солдатскую кашу, сваренную в полевой кухне. Лариса Шлафаст, Марина Кравцова, Станислав Левин. События.